Ну что ж, еще раз, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну и тема, анонсированная уже практически несколько дней, тема сегодняшнего эфира – Кипр в фокусе. Мне почему-то захотелось пошутить сегодня с утра – фокусы в Кипре. Нет, Кипр в фокусе. Такова э, тема, основная тема сегодняшнего эфира. Островное государство на грани дефолта. Нужно ли нам оказывать помощь? Сегодня в гостях у меня человек, который квалифицированно ответит на все эти вопросы, и даже на большие наверняка они будут. Уважаемые слушатели, звоните, пишите. Телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Итак, мы сегодня обсуждаем или продолжаем, да, мои коллеги днем сегодня тоже это делали, продолжаем обсуждать ситуацию в Кипре. В студии представляю Игорь Доброван, управляющий директор Сакса Банка. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер, Олег. Ну что ж, несмотря на то, что тема действительно достаточно острая, достаточно актуальная. И дальше я бы сказал, чем дальше, тем более актуальная. Потому что опять мы видим, да, вопрос подвешенный, ни о чем не договорились. Более того, до 26-го уже не будут работать банки на Кипре. Ну, судя по последней информации, все это, конечно, очень напрягает. Напрягает всех и тех, у кого есть многомиллиардные или миллионные, да, сто, сотни тысяч счетов на э, Кипре в банках И у кого нет, анекдот по этому поводу в сети, кстати. Э, я э, прочитал, ну, от первого лица, да, прочитал э, в массовой информации о ситуации на Кипре. Расстроился. Потом вспомнил, что счета на Кипре в банке у меня нет и расстроился еще больше. Это хорошо. Да, да, ну это как всегда у нас, да, значит, мы, мы впереди планеты всей с этой точки зрения, мы умеем шутить, по крайней мере, да, над ситуацией, над собой. Я, собственно, о чем хотел сказать? Несмотря на острую сегодняшнюю тему, я хотел бы начать все же традиционно с того, что происходит на финансовых рынках. Я, если позволите, да, две минутки буквально. Нарисую картину масла, потому что жизнь-то продолжается, и жизнь продолжается у нас, и жизнь продолжается за рубежом. Вчера заставил зяние, Федрезерва, и ребята там спокойно на это дело отреагировали. Кстати, Бернанки выступал, говорил: что ну, ну все, ну сейчас тяжело в Европе, да, проблема и лес есть. Риски, связанные с Кипром. Но на экономике Соединенных Штатов это не отразится, сказал он. И все сразу успокоились. Сегодня мы видим достаточно позитивную динамику. Итак, они, они умеют успокоить. Они умеют успокаивать, конечно, конечно. Кстати, за это им тоже огромное спасибо, видимо. Ну что ж, друзья мои, две минуты буквально я потрачу на это. Итак, 18.06 в Москве, и мы рисуем картину маслом. На это время... А индикатор американского фондового рынка в небольшом минусе. Dow Jones теряет 0,4%, SP 500 э, примерно так же. Наши сегодня тоже в минусе. А, наши сегодня разнонаправлены, но ну, я так понимаю, вокруг ватерлинии они сегодня ходят. RTS процентов в минусе, а ММВ прибавляет 1%. А Европа сегодня тоже в минусе, но ее можно понять, она, наверное, в этом случае как бы законодательница моды на сегодняшний день, да? Азия, тем не менее, в плюсе, Никей 225 прибавил больше процента, и Шанхай пози да, чуть больше двух десятых. Нефть в районе 108 долларов за бочку, ну, тоже без существенных изменений, золото сейчас вырвалось сегодня, да, два часа назад, и преодолевает, пытается пробиться выше 1615, евро-доллар спускается опять ниже 29-й фигуры, 28,90, но там у нас известные всякие поддержки, да, 200-дневные скользящие средние, 50% Fibonacci, не буду дальше продолжать, это вы все знаете. И котировки российских акций, голубые фишки сегодня также разнонаправлены. Тем не менее, есть лидеры роста, это акции обычка Ростелекома, больше 3%. Также можно отметить Роснефть почти 2%. Ну, понятно, по какой причине. И акции НЛМК прибавляют больше процента. Остальные все не в, большом, в небольшом минусе. ВТБ, правда, теряет почти процент. Ну, тоже, наверное, понятно почему. Игорь, есть сразу звонок. Давай мы Давайте. не будем, да, давай не будем, потому что еще Нач раз повторю. Начнем со звонка. Да, 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 это вещь такая. Да, нельзя наших слушателей да, заставлять нервничать. Итак, внимание, Илья, добрый вечер. Вы в эфире говорите. А, ну, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, по поводу частного капитала, который выводил деньги через офшоры, там, Кипр, это все понятно. Но угу. явление Дмитрия Ильича Медведева о том, что, оказывается, у нас и госкомпании грешат тем, что деньги хранят, совсем не в стране. По-моему, ну, полный у нас э, бардак. Мне вот как не специалист а абсолютно далекому от финансового человека, может быть, вы объясните, каким образом государственные деньги, бюджетные деньги госкомпаний угу. оказались на расчетных счетах зарубежного банка, где, человек, я, я понимаю, очень сильно хорошо с налогами. Угу. Угу. Как yep. такое вообще может быть? Вот, хоть одно государство хранит свои деньги в банках другой страны, да еще и... То есть, Uh -huh. Государство ругает предприниматель, что они выводят деньги, а сами потихоньку тоже выводят деньги. Uh -huh. Спасибо. Спасибо вам, Илья, за вопрос. Спасибо огромное. Игорь, ну давай вот. Острый вопрос сразу же. Острый вопрос. Ну, вопрос острый, да. Ну, такова специфика нашей страны. В том, что очень многие, в том числе системообразующие предприятия, они фактически владеются кипрскими офшорами. Uh -huh. Вот. Почему это произошло? Ну, ну это... давай так, кипрскими офшорами, которые. Да. А которыми в свою очередь владеют... Которыми ну и... в свою очередь да. владеют... Э... Ну, дальше там можно да, продолжать. Дальше, Фа... да. Фамилии мы все равно не знаем, да? Ну, 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 граждане да, Российской Федерации. Ага. Да, граждане Российской Федерации. Ну, э, так у нас устроено, э, что я могу сказать. Ну, то есть в этом есть некий парадокс, да? Вот Илья настаивает именно на этом. Государственные компании... Да, то, что ситуация ненормальная, ненормальная. Это я абсолютно согласен. Э, вопрос в том, э, а кто ее будет исправлять? Так. Э, получается те же самые люди, которые владеют теми же офшорами. Совершенно верно. А стимул какой? То есть, ну, это, наверное, вопрос, который повиснет в воздухе. Ну, это риторично, он повис уже, я, я, я сознательно не стал на него отвечать вот, и делать выводы вот даже. Это вопрос риторический. Yeah. В принципе, конечно, нужно заводить все сюда, uh -huh. и нужно заводить все в наше правовое поле, в наше налоговое поле. Uh -huh. И, в принципе, другие развитые экономики, допустим, те же Соединенные Штаты, uh -huh. они очень много усилий на это прикладывают. Вспомним хотя бы их ФАТКО. Это их специальная программа, с помощью которой они заводят всех депозиты и деньги всех американских граждан обратно в Америку. Причем очень по-хитрому делают американцы. Они это делают руками иностранных банков. Это может быть тема для отдельной передачи. Это очень интересно, конечно. Это очень интересно. Если интересно, я могу рассказать сейчас. Но это правда немного не про Кипр. Ничего страшного. В любом случае, вопрос у нас: а что делать-то, да? Кто виноват, ладно, мы. Я могу рассказать, что... Это не значит, что нам нужно так делать. Но я могу рассказать, что как делают это американцы. американцы. Как да, это сделали американцы? Да. Они ввели вот эту программу ФАТКА. Эта программа работает следующим образом. Всем иностранным банкам, всем-всем-всем банкам по всему миру угу. предложено как бы два варианта. Вариант первый, они становятся compliant, то есть они вступают в эту программу. Угу. Вариант второй, они в эту программу не вступают. Так, хорошо. Соответственно, их никто не заставляет. Их не заставляют. Не не... Им предлагают добровольно вступить. Если, если банк решает вступить в эту программу, то тогда он должен прошерстить всех своих клиентов. Uh -huh. И по списку, указанному э, штатами. Ш, э, uh -huh. указанному штатами, uh -huh. э, это список критериев. Э, проверить каждого э, держателя счета на, на соответствие этим критериям. Uh -huh. э, и, соответственно, если там эти эти критерии срабатывают, то считается, что это резидент Соединенных Штатов. Uh -huh. И, соответственно, банк должен сообщить в налоговую службу Соединенных Штатов о том, что у них вот, вот такой-то гражданин американский uh -huh. держит счет. Естественно, это раскрытие банковской тайны. Uh -huh. Соответственно, банк в таком случае должен письменно обратиться к держателю счета и предложить ему отказаться от банковской тайны. Если он соглашается, то он на него сообщает. И если uh -huh. он не соглашается, то, то банк должен закрыть ему счет. Э, стимул. Правильно? Понятно. Возникает вопрос. Стимул. Естественно, зачем банк на это идет? Конечно. Очень это. просто. Э, если происходит какой-то перевод из Соединенных Штатов или между другими банками. Угу. Э, ну, э, нет, по-моему, речь шла о, о переводе из Соединенных Штатов. Насчет... Э, вот насчет, этого товарища, да? Насчет банка. А, И насчет не банка. Этого, да, а а насчет даже. банка, угу. который входит в эту систему, угу. то ничего не происходит. Если происходит перевод э, в банк э, Который не входит в эту систему, uh -huh. 30% перевода отстегается, отстегивается, и автоматом идет. Обратно. Автоматом идет. Uh -huh. Как у них это называется? Служба, которая. Налоговая служба Соединенных ну, Штатов. Да, да. Соответственно, при этом это касается не только счета этого клиента, uh -huh. а счетов всех клиентов. Uh -huh. Uh -huh. Здорово, здорово. Здорово. Получается, что все банки, в том числе и наш банк, саксо банк решил вступить в эту систему для того чтобы никаким образом не ограничивать держателей основных счетов наших угу, угу. и соответственно мы, мы, эту, мы эту процедуру провели и это самое очень многие американские граждане были вы... вынуждены были, были, были вынуждены закрыть счета вот таким путем сделали американцы. Ну подожди, ну, да, это здорово, что они таким путем сделали, но я слушаю тебя, и у меня такое ощущение, что американцы просто всех поставили перед фактом. Они выкрутили всем руки, если вы хотите, то вот так будет, а не хотите, будет вот так. Они имеют так... такую возможность, получается? Да, они такую возможность имеют. Но мы-то такой возможности, боюсь, что не имеем. Почему? Мы имеем такую же возможность, как и они. Серьезно? А почему нет? Ну, то есть вот Российской Федерации, да, в частности, там, я не знаю, кто это будет, а, эту, эту декларацию, да, кто будет рассылать. Центральный банк Российской Федерации, вот может во все банки мира то же самое а обратиться-то да. точно так же. Да? Да. У нас сколько капитала выводится из страны? Ну, это огромное количество. Ну, то есть, а банки, мировые банки, они также будут реагировать на просьбу Российской Федерации, как и на просьбу Соединенных если, Штатов. Если другая альтернатива это отсечение 30% и направление налоговой службы, ага. почему то район. выбора нет. Выбор нет. Так, а почему, собственно, тогда вопрос резонный? а почему бы действительно нам так не поступить? Это вопрос не ком... Это не я понял. Тебя. То есть ну, нужно политическое да, решение. Нужна политическая я воля. Я просто рассказываю, что сделали американцы. Я понял, да. да. Ну что ж. Ладно, ладно. А, значит, э, что мы делаем дальше? Да, уважаемые слушатели, сейчас у нас новости на Финам ФМ, а потом мы отвечаем на ваши вопросы, если они будут, касаемые Кипра новости на Финам ФМ. Итак, друзья, продолжаем наш эфир. Сегодняшний эфир сухого остатка целиком посвящен ситуации на Кипре. Кипр в фокусе. Основное, островное, пардон, государство на грани дефолта. Нужно ли нам оказывать помощь? В студии сегодня у меня Игорь Доброван, управляющий директор Сакса Банк. Я напомню, у вас есть возможность задать ему вопросы, поделиться собственным мнением. Для этого есть телефон в студии 65 10 99 6 и есть сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, спрашивайте. Игорь, Тебе у меня первый, ну, уже получается, что первый вопрос, потому что в предыдущей части мы отвечали на вопрос слушателя. А, значит, первый вопрос у меня к тебе: Что происходит вообще на Кипре? Происходит, <с. <с.> происходит ужасный прецедент, на самом-то деле. Uh -huh. Прецедент э, очень неприятный, и э, самое обидное, что он, в общем-то, возникает из-за каких-то жалких там, 6 миллиардов, которые на фоне триллионов, которые были вкачаны в Европейскую банков, банковскую систему, uh -huh. uh -huh. выглядит просто как капля в море. И поэтому то, что принимается такое знаковое решение, а оно знаковое, угу. из-за и, и, и такой мелкой суммы, это возникает: ну, это вызывает вопрос: так. какая причина, почему принимается такое знаковое решение о том, чтобы просто отобрать у людей деньги, угу. ограбить простых вкладчиков, угу. из-за такой мелочи? Я так вижу варианта два. Так. Вариант первый это то, что нас, на нас обкатывают эту схему. На нас, то есть на Кипре? Ну да, да на, на кипрских платчиках uh -huh. э, эту, схему, эту схему обкатывают. Uh -huh. И, и, и э, э, почему такое мнение возникает? Э, потому что э, есть, есть такая оценка э, о том, что для того, чтобы каким-то образом справиться с существующим долгом, который э, раздут во всем мире, э, придется распрощаться с 30% всеобщего благосостояния, uh -huh. не депозитов. Uh -huh и всеобщего благосостояния mm -hmm. в мире. 30% придется куда-то убрать. Ну, просто это, списать их, что надо. да списать. Вычеркнуть. Для того, чтобы, для того, чтобы э, долг опустился до, до, до какого-то управляемого размера. Mm -hmm. вот. То есть э, вариант первый, э, который приходит на ум, это просто э эту схему обкатывают, смотрят на реакцию публики. А да, и... причем выбрали, да, сознательно небольшое государство с небольшим, э, соответственно, долгом, как ты сказал. Знаковое, да. да. Знаковое. Как раз на самом-то деле выбрали идеальный полигон для этого, uh -huh. потому что Кипр это, ⁇ это реально э, особенная ситуация. То есть у него непомерно раздут банковский сектор, uh -huh. в целом экономика э, большими долгами не обременена. Вот, госдолг, в принципе, тоже небольшой, угу. вот, поэтому... То есть это... проблема именно связана с банковским да, сектором? Да, да, да. Потому да, что да. я, насколько помню, вот эта проблема на Кипре-то, она тоже импортируемая, да, ведь в подавляющем случае большинство кипрских банков держали в свое время, да, облигации Греции, которые, да. по-моему, ну, в прошлом, позапрошлом году списали там 50%, да. и вот потери-то оттуда. Считается, что это одна из проблем. Угу. Но вообще, на самом-то деле, я бы смотрел глубже. Кипр-это одна из трех стран, где это сам банковский сектор составляет размер нескольких э, ВВП. Mm -hmm. Это э, Исландия, э, Ирландия и вот Кипр. Mm -hmm. И, в общем-то, все из них э, столкнулись mm -hmm. так... да, с одной и той же проблемой. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> с, с одной и той же проблемой. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот таким образом получается, что вот это первый вариант, который приходит на ум. Mm -hmm. Mm -hmm. А вариант второй, что... Э, может быть, политики таким образом пытаются оправдать то, что они делали до этого. Угу. Показать, смотрите-ка, что будет, если мы, если мы не продолжим делать э, то, что мы делали до этого. Печатать деньги и, и тушить это самое, э, э, кредитный кризис лишней ликвидностью. Угу. Соответственно, им нужно, нужно было выбрать какую-то э, маленькую тестовую площадку, на которой показать, что э, вот, 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 вот совершенно четко смотрите, какая будет ерунда, uh -huh. какая будет паника, да. э, если мы не будем делать то, что мы делаем. Между прочим, э, тут, кстати, такой каламбур. В курсе, как зовут э, председателя Центрального банка Кипра? Где-то в Светске, спец... я не, не знаю. Не а знаю. Его, его зовут Паникас. Да, хороший каламбур. Хороший каламбур. Вот. Так что э, и в целом, кстати, э, и в целом, кстати, такая довольно умеренная реакция рынков на такое знаковое событие, mm -hmm. она, она, скорее всего, обозначает, что э, большая часть понимает, что Кипр это особая ситуация, совершенно особая, mm -hmm. и э, большая часть э, участников рынка верит в то, что такая ситуация не может повториться в Италии, в Испании. И тем не менее ты сказал, что Кипр это прецедент, да? А рынок не верит, да? Если рынок даже сейчас верит. Кипр обрежут, вот да. так как собираются, да, по, по большому счету, то есть не может это случиться в Испании, в Италии, во Франции. Я считаю, что это прецедент. Я считаю, что после того, что случилось здесь, это может случиться теперь в любой Где стране. Угодно, конечно. В да, любой что, стране. Что особенно еврозоны, особенно южной еврозоны. Угу, угу. Вот, поэтому такая умеренная реакция рынка. Ну, я не знаю. У нас, конечно, есть большие специалисты по успокаиванию рынков <laughs> Успокаиванию рынков <laughs> да, да, да. я бы сказал такие заклинатели рынков вот. uh -huh. по-моему это просто реакция какая-то на, на их увещевание о том что не, не так все страшно и о том ну, что в частности вот да тот, тот товарищ которого я упомянул да выступал mm -hmm. вчера господин Бернанки глава Федрезерва, вот он тоже на самом-то деле пытался. на самом-то деле это самое... События знаковые. Все гораздо серьезнее, да? Конечно. Все гораздо серьезнее. Все гораздо серьезнее. И на самом-то деле еще э, даже не важно сейчас, э, э, отрежут или не отрежут. И mm -hmm. не важно, сколько отрежут. Mm -hmm. Доверие уже потеряно. Подумайте сами. Э, если вы держали деньги в этом в кипрском Кипр, банке. В кипрском да? банке. Uh -huh. После этой дикой недели, вот этой вот э, неопределенности, uh -huh. невозможности достучаться до своего счета и, и, и совершить какие-то операции, uh -huh. то в первый же день, когда банк откроется, ну что вы сделаете? Других вариантов yeah. здесь быть не может. Вы, конечно, пополните свой счет, правильно? Да. Еще заведу туда. Вот. И плюс ко всему, на самом-то деле, математика тоже немножко не сходится. Так. Когда они говорят о том, что там 6,7% они срежут с тех, кто меньше 100 тысяч, да. и 10% с тех, кто больше 100 угу. тысяч. Мы вот тут посидели, посчитали немножко. Получается так, что на, это самое, на застрахованных депозитах угу. порядка 30 миллиардов евро. Угу. На незастрахованных порядка 30, 35 миллиардов евро. Угу. Застрахованные депозиты стричь, скорее всего, у них не получится. Поэтому стричь у них будут не застрахованные депозиты. Теперь мы разделим 5,8 миллиарда на 35, угу. и получается такая цифра 16,57. Это в среднем. Угу. Соответственно, если это разбить на мелкие и крупные, то это может получается, что э, им придется урезать на 15-20%. Угу. Вот. То есть, ну как-то. Не циф... состыковка. Да, состыков. Что-то как-то циферки не сходятся с тем, угу. что озвучено. Ну, может быть, просто те циферки, да, которыми ты оперируешь, они несколько отличаются с реальными, нет? Я думаю, на самом-то деле, то, что они назвали изначально, а это, угу. это, это, это все-таки имело своей целью не обозначить правила игры, да, а, а, прощупать пощупать, прощупать, прощупать. а прощупать реакцию. Прощупать, прощупать. прощупать Хотя, с другой стороны, ну, Игорь, ну, взрослые люди, ну какая может быть реакция, если государство объявляет экспроприацию? Ну, буквально в смысле, какая может быть реакция? Все скажут, да, правильно, наконец-то, ну, я, киприоты те же самые. Скажут: да, вы какие вы какие молодцы у нас политики, блин? Мы так долго думали, как из кризиса выходить, а надо вот так было просто, да, всем поделиться, по 10 броситься, и все, и мы в шоколаде. Ну, это же взрослые же люди, ну, Но какая тем, могла не... Быть тем не менее, э, давай подумаем, э, э, погоди, качество решения определяется тем, кто его принимает. Uh -huh. да? Кто принимает эти решения? Европейские министры, которые находятся уже несколько лет в состоянии стресса да. и, 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 и недосыпа. Ну, и, какое качество, и, и причем находятся под постоянным давлением политиков. Угу. Ну и какое качество решений ты хочешь от них? Да. Все правильно, все правильно, согласен с тобой. Так, хорошо, значит, смотрите, попытаемся структурировать, да, сегодня попытаемся структурировать все события происходящие на Кипре. во-первых, мы сейчас с тобой поговорили о... О причине того, что происходит. Да, вот uh -huh. ты озвучил, как бы, да, свою точку зрения. Причин, может быть, две: либо это тренировочка некая, да, такое uh -huh. желание да, про прощупать почву, uh -huh. а какая реакция будет? Давайте сейчас на Кипре мы посмотрим, потому что он действительно такой своеобразный, такой -то uh -huh. да, парень. Либо это вот какие-то другие. Так, либо, это, либо это попытка оправдать то, что было да, сделано, да. И, и, соответственно, получить мандат, делать это дальше. Да, дальше, дальше, совершенно. Видите, вот так, так не получилось. Да. Все, у нас другого выхода нет. Давайте мы будем опять действовать. Ладно, это что касается причин. Значит, дальше смотри, мы должны наверное, озвучить сейчас, ну, в дальнейшем, я имею в виду в сегодняшнем эфире, какие варианты выхода из этого? Да? То есть от самого страшного того, что, наверное, да, какой вы самый страшный? То есть, выход не найден. И Кипр объявляет дефолт. Такой да. гипотетически возможно, ведь такое. Абсолютно. Либо Кипр находит там, я не знаю, э, сам деньги, хотя вряд ли он это сделает, да, договаривается с Россией, что он сейчас делает активно, договаривается, может быть, с Европой и там пересматривают какие-то, может, еще с кем-то договаривается, я не знаю, с Господом Богом. Вот. То есть, вот эти, да, какие-то варианты выхода, вот мы, мне бы хотелось, чтобы мы с тобой их сегодня обсудили, и потом уже отдельно, наверное, да, и, может быть, более акцентированно мы говорим о том, аж как Россия, да, как Россия, вот, при каждом из этих вариантов, как будут себя чувствовать россияне, ну, имеющие деньги, не имеющие деньги на Кипре и так далее, и тому подобное. Ну, вот давай мы вот таким образом построим, ты что-то хотел сказать? Uh, — Я хотел сразу начать отвечать. — Давай сразу начать отвечать. Начнем с худшего варианта, дефолт. Да? — Худший вариант, дефолт, да. Uh, получается, что, uh, по идее, должны сработать какие-то стабилизационные механизмы. Uh -huh. uh, сработают они или нет — Вопрос хороший. Uh -huh. Соответственно, у людей все равно будут потери, потому что, естественно, сейчас независимо от того, что будет принято, как я говорил, uh -huh. основная масса вкладчиков кинется все в... равно да, забирать, в... забирать в... деньги, забирать свои деньги. Uh -huh. Как мы знаем, забирать там нечего. Вот и на самом-то деле мое такое мнение, что в течение этих банковских каникул какие-то серьезные игроки они вполне могут снимут оттуда. да? Они снимут деньги. Получится так, что они снимут деньги там, может быть первые 30 секунд, когда банки откроются. Ну, мы вспоминаем, у нас были прецеденты, да, мы вспомним восьмой год, мы знаем прекрасно, да, что... Все, да, все равны, но есть люди, которые равнее других. Естественно, это прежде всего, наверное, какие-то большие, да, капиталы, которые вот подсуетятся. А все остальные уже будут делить то, что осталось, а скорее всего ничего не останется. Вариант второй, что... Давай, а второй вариант мы как раз продолжим чуть позже. А сейчас у нас новости на финам ФМ. слушаем новости, потом продолжим разговор. Итак, продолжим, уважаемые слушатели, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам-ФМ. Сегодня в эфире Финам-ФМ. Кипр в фокусе. Островное государство на грани дефолта. Нужно ли нам оказывать помощь? Ну и мы попытаемся разобраться, попытаемся понять вообще какие могут быть варианты развития событий, какие сценарии. Сегодня в студии Игорь Доброван, управляющий директор Сакса Банк. Я напомню, телефон в студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Звоните, задавайте вопросы, делитесь собственными мыслями на этот счет. Ну, а мы продолжим с Игорем, да, строить вот эти самые, там, гипотетические предположения, как, каково, какой вероятный а, сценарий развития дальнейших событий? Ну вот о, о худшем, да, это самый худший, наверное, да? Ну да, наверное. Самый это худший, самый худший. Да. Мы только что поговорили, да, дефолт, все, Кипр говорит, я ничего, ничего у меня нет, я ничего не знаю, ребята, да, кто все сохранил, ну извините, я вам всем прощаю. Да, э, дальше э, ты говорил о том, что Кипр найдет деньги. Э, вопрос в том, как он их найдет? Uh -huh. Дело в том, что новые долги то он брать не может. Потому что если он возьмет новые долги, это будет нарушение это будет, это самое нарушение тех правил, в которые его поставил Международный uh -huh. валютный фонд. Uh -huh. О том, что должно быть определенное соотношение между долгом и, и ВВП. Uh -huh. Так что новые долги Кипр брать не может. Остается, соответственно, если так логически думать, вариант первый тебе эти деньги подарят, да. вариант второй ты что-то продашь. Ну первый вариант, он да, самый приятный, да. наверное, да, но он наименее реальный. <связь> <связь> да. А насчет того, что продать, ну э, ходят слухи о том, что там есть какие, -то... ну не ходят слухи, там даже есть какие-то цифры насчет того, что есть какие-то залежи газа. Да-да-да, да, да. вот сейчас там... активно это, да, да, мы, давайте, ребят, у нас есть газ, мы потом его будем добывать, но сейчас мы <с <с у вас деньги возьмем, в счет этого да. будут, но это какой-то бред тоже. Проблема в том, что с этим газом там все не так сладко. Во-первых, до сих пор нет какой-то четкой официальной цифры, на которую можно опереться, о количестве этого газа. Вот, то есть там совершенно непонятно, сколько его там на самом-то деле есть. Uh -huh. Вот, то, что он есть, это, это известно. Uh -huh. Сколько его есть, непонятно. Это первое, второе, что получается, даже если он там есть в нужных количествах, то экспортировать его вряд ли получится, потому что создание инфраструктуры для экспорта сжиженного газа uh — -huh. это проект, который там ну соп... Проект, mm. стоимость которого будет сопоставима с э, СВП, yeah. вот. а прокладка трубопровода ну, э, там же турецкий, э, mm -hmm. там yeah. самая yeah. турецкая зона. Вот. То есть э, здесь все не так просто. Э, соответственно, э, может, быть, может быть, хорошим вариантом было бы не, э, не, не отрезание вот этого долга, а, а конвертация его в, в ценные бумаги тех банков. Mm -hmm. э, в... В которых люди держат счета. Но почему такое решение не было принято сразу, я не знаю. Угу. Но в принципе это было бы какое-то более менее То есть это решение должно было принято до того, как объявить вот то, что конечно. они объявили, да? Конечно, конечно. Угу. Вот, соответственно, вот это вот важный момент. Угу. То есть источник денег. Долг нельзя подарить, никто не подарит, продать ничего. Угу. Соответственно, реструктурировать его в ценные бумаги не стали, поэтому... Но они просто загоняют себя в тупик сейчас. Uh -huh. uh -huh. Загоняют в тупик, из которого, допустим, Ну, смотри, парламент не ратифицировал да, эту идею. Значит, они сейчас вот суббурно ищут возможности для того, чтобы каким-то иным способом проблему решить. И разговор ходит о том, ну, по поводу газа, действительно, по поводу пенсионных накоплений, да, их тоже пытаются каким-то образом сейчас превратить в некие ценные бумаги, наверное, и в качестве обеспечения их предложить. По крайней мере где-то ну, я, ну, где -то -то я читал. Сценарий? Ну я-то нет, конечно. Я -то нет, конечно. А кто их будет покупать? То есть репутация подорвана настолько, да, что Реп... чтобы, чтобы сейчас они не предложили, это будет восприниматься там, на уровне идиотизма. Ну это все будет 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 соответствующим дисконтом рассмотрено. Вот и, и это будет для них дорого. Хорошо. Вот сейчас активно тем не менее, да, министр финансов у нас здесь сейчас в гостях. Mm -hmm, да? Да. Вот он, он пытается с, с, с э, российскими властями, с российскими значит, чиновниками договориться. О чем они договариваются? Мне, мне себе даже трудно это представить. Дело в том, что ведь э, реальный предмет переговоров мы не узнаем. Вот, потому что, допустим, только сейчас мы выясняем, что э, МВФ в ходе... Э, в ходе обсуждения и попыток урегулирования этой проблемы МВФ, они совершенно конкретно не хотели повторить ошибку, которую они сделали с Грецией. Угу. Это когда Греция не была поставлена в достаточно жесткие рамки по, по соблюдению кредитной дисциплины. Угу. Вот. Уже и, после того, да, как объявили. Уже вот. после того, да. И, и поэтому МВФ был совершенно конкретно настроен эту ошибку не повторить угу. и, соответственно, заставить Кипр самостоятельно разбираться с проблемой, угу. а не давать деньги и, и отслеживать за это. Угу. Э, Германия, Германия, для нее самый главный приоритет был это э, минимизировать, э, минимизировать свои затраты. Да. Соответственно, э, вот теперь, когда мы знаем... То есть, еще там, да, о, о том, что 10 миллиардов готов, выделите ну, Евросоюз, а остальное забирайте сами. И да. там вот эти 5,8 как раз, да, да появились. В, угу. Вот они и вылезли. Угу. Соответственно, э, теперь, когда мы знаем э, позицию сторон э, участников этих переговоров угу. решение выглядит абсолютно логичным, но мы эту позицию не знали, когда эти переговоры происходили. Мышленный. Соответственно, мы и сейчас не знаем позицию, которую занимает э, во время этих переговоров э, Кипр и Россия. И угу. э, 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 я боюсь, что мы эту позицию узнаем тогда, когда решение будет принято. Ну, постфактум уже да. Так, постфактум. 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 Ну, так устроена большая политика. Это нормально. Да, я с тобой согласен. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Какие еще варианты? Дефолт, да, значит, мы обсудили, значит, Кипр договаривается, мы обсудили, хотя с кем непонятно. С кем непонятно, да. -да, да. Что-то продает, он мы обсудили, продавать нечего. Получается, что ситуация идет к дефолту. Угу. Ситуация идет к дефолту. То есть, в принципе, тут, да, без вариантов уже, да. Без ну, вариантов. Я не вижу вариантов. Ну, Может... Смотри, до 26-го отложить. Ну понятно же, да, что. В этой ситуации, да, главное, это время, время, да, большое и маленькое, выиграть время. До 26-го отложили, в смысле продлили банковские каникулы. Вот за это время что может произойти? Попытки опять с кем-то договориться, но они же, по большому счету, бессмысленны. Но опять же, новые долги невозможны, потому да. что если, если новые долги, значит, МВФ должен пересматривать свои условия. Mm -hmm. Я не думаю, что он на это пойдет в mm -hmm. такой ситуации. А, кстати, еще один момент, смотри. Вот чем выживана такая жесткая позиция Меркель, в частности, да, ну и власти Германии? Ну, помимо того, что они, естественно, на них... Да, осенними выборами. На... А, осенними выборами. У нее осенние выборы. Осенними обострениями, я Она должна показать, что она... Что она имеет право, да, продолжить. Имеет право, да. Вот и все. Я думаю, в это все упирается. То есть опять некая политическая интрига. А это давно уже переросло из экономического кризиса в политический. Собственно, весь проект этот Евро, это, это, да, это, это какой-то огромный политический проект, который был создан на, на фундаменте из песка. Когда объединили настолько разные экономики, угу. объединили в один колхоз. Объеди... Да. Дали одну денежку еще всем. Дали, да? дали одну денежку. И если раньше, допустим, слабая экономика могла каким-то образом там, девальвировать, девальвировать, девальвировать свою валюту, да. сейчас у нее только возможности нет. Угу. Единой экономической политики нет единой э, налоговой политики uh -huh. тоже нет uh -huh. э, э, при этом при э, этом при этом самый интересный момент что э, строгий контроль за, за соблюдением э, это самой кредитной дисциплины uh -huh. он был нужен только на этапе вступления в еврозону а потом за этим никто не следил yeah. Да. То есть, как бы условия, да, вот да. декларируются. вы должны вот так себя вести, да. да. Тогда мы вас примем. Все. Все, приняли, ну и давайте гуляйте. А теперь вы в колхозе у вас, да, куча, да, да. У вас куча дешевых денег, и делайте да, да, с ними, да. что, делайте, хотите. что хотите. Ну и какие последствия? Они абсолютно предсказуемые. Угу. Поэтому, э, на самом-то деле, э, тут единственный вариант это. это э, отказ от евро, отказ от евро, либо расслоение, либо расслоение еврозоны угу. на разные экономики. Ну, по крайней мере близкие, да, по уровню, по, уровню, по крайней там, мере близкие по уровню. Да, да. Да. Это это решит фундаментальную проблему всего этого кризиса. Угу. Все остальное это какие то пожарные меры которые будут нам продавать как какое то супердостижение и выход мы нашли выход из кризиса мы решили проблему теперь все будет хорошо угу. ничего не нашли ничего хорошо не будет пока не будет, не будет решена фундаментальная проблема которая лежит в основе всего этого угу. вот. а фундаментальная проблема это, это проект евро в который вложено огромное количество политического капитала вот. Я понял тебя. Я понял. Ну, хорошо. И тогда давай мы начнем тогда обсудим, да, начнем обсуждать, точнее, э, в связи с ситуацией на, на Кипре. Вот э, то, что, ну, наверняка, да, большинство наших слушателей интересует, как Россия в этом случае, да, как Россия себя, а, поведет, какие э, последствия для ну, российских вкладчиков, для граждан России, там, для российской экономики, может быть. Мы сможем увидеть, да, вот в результате этого кризиса. Я, я думаю, что я думаю, что это самое. Скорее всего, будет принято какое-то решение не трогать счета россиян, как, не то что россиян, да. а, а, а крупных корпораций. А мы, мы все знаем, что россияне в основном, они там присутствуют, они держат деньги не на своих личных счетах, ну, а да. на счетах офшоров. То есть ну, э, регистрируется, да, регистрируется какая-то офшорная компания, которая угу. имеет счета. Плюс э, на самом-то деле э, серьезные россияне обеспеченные россияне uh -huh. те которые держат крупные капиталы они они ведь и не хранили деньги на Кипре да компания была кипрская кипрский офшор uh -huh. но счет у этой кипрской компании не на Кипре. редко был на Кипре вот вот вот, вот это важно в, в качестве расчетных банков использовались при, прибалтийские банки в качестве инвестиционных банков ведь в принципе извини пожалуйста вот мы говорим все офшор 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 слово ругательное уже стало для многих да uh -huh. а по большому счету что такое офшор это некое экономическое пространство которое просто э вести бизнес в котором выгоднее, да, чем в каком-то другом? Там просто более низкие налоги. Прежде всего, да. Низкие налоги и очень прозрачные, очень прозрачные законы. Да. Вот. Есть этом... там правила игры, да, которые понятны, это есть, самое, да. Есть четкие правила Действенные, игры. Да, да. И все. И поэтому. Это, это... В этом отношении Кипр, конечно, с их британскими законами. Да, э... там судебные, да, законодательство британское да. при этом. Да. Вот. И, и низкими налогами он выглядел абсолютно привлекательно. Абсолютно. Но опять же серьезные деньги э, они хранились на счетах киперских компаний в других странах угу. вот э, так что так что э, я думаю что очень мало россиян э, держали частные счета там между прочим ты знаешь какой, э, какая интересная ситуация угу. что э, в, ведь э, много британцев англичан держали счета в кипрских банках угу. И теперь... Э, именно, да, именно физические лица, физические да? Физические лица, uh -huh. да. Небольшие суммы они держали там, потому что там был э, выше процент по депозиту. Uh -huh. Самое интересное, что э, те из них, кто держали там счета довольно долго, даже если у них отберут 10%, uh -huh. они все равно окажутся в плюсе. То есть они уже они все Про... равно... процент уже, да, они накапают? все равно окажутся в плюсе э, за счет того, что там более высокий процент по сравнению с, то есть они окажутся в плюсе по сравнению с той ситуацией, если бы они держали текущие счета в... В у себя в Британии, потому что там выше процент, потому что в Британии процентная ставка э, по сберегательным депозитам э, в течение этого Последних лет Снижалась, была, да? была ниже уровня инфляции, а, даже так. потому что фунт просел относительно да, евро. Да. Относительно евро. Да, да. Вот, то есть самое смешное, что те британцы, которые держали счета, даже если у них отберут 10%, а, а скорее всего там будет меньше для, для, для мелких счетов. Угу. Вот, они все равно в плюсе. Здорово, здорово, Ну, я не думаю, что, да, вот, так сказать, частный инвестор, что называется, да, частное лицо, которое просто держит деньги в банке, оно вот эти все нюансы просчитывает. Это было бы правильно, конечно. Их невозможно да. просчитать. Их невозможно, вперед. да. Валютный риск, да, соответственно, уровень инфляции и так далее. У нас есть звонок, давай мы успеем его послушать, а отвечать, наверное, уже будем после новостей. Итак, внимание, Виктор, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Hice. Добрый вечер. Просто такой вопрос. Не слишком много внимания уделяется Кипру на данный момент? Или цикл российского на что-то зависит от решения полного государства? Пусть даже он там является банковским центром. То есть, еще раз повторите, очень плохая связь, Виктор. Не слишком много внимания Кипра? Насколько зависима российская экономика? а от решения, допустим, как у президента какого-то маленького странного государства. Ну, понятно, понятно. Если вопрос обстоит именно так, то что он не невезении. Понятно. Понятен вопрос, спасибо огромное, Виктор, вам за звонок. Ну, слышал, не слышал, да прервается связь плохая. Слышал, я, я понял. То вам. есть, да, не слишком много внимания мы удаляем, уделяем этому вопросу. Ну, ответим на него уже после новостей, новости на Финам-ФМ, потом продолжим разговор. Итак, последняя часть нашего эфира, сухой остаток на Финам ФМ сегодня Кипр в фокусе. Весь день мы обсуждаем на Финам ФМ эту горячую тему и э, темы, собственно, сухого остатка. Звучит именно так: островное государство на грани дефолта. Нужно ли нам оказывать помощь, кстати, вот с этой точки зрения? Понятно, что Кипру нужна помощь, да? Как ее искать мы? С Игорем обсудили, уже практически вариантов тут нет. А вот нам, россияне, э, россиянам, да, России, Российской Федерации, нужно ли, оказывать помощь Кипру? Напомню, что в студии сегодня Игорь Доброван, управляющий директор Сакса банка. Значит, у нас был звонок Игорь, да, до новостей Виктор, ну, резонно, мне кажется, да, все-таки, интересуется, не слишком ли много внимания вокруг какого-то Кипра? Тем более, что если уж. Э, так сказать, вспоминать э, некие финансовые показатели, по-моему, две десятых, да, 0, или пять десятых? процента ВВП еврозоны Кипр в, составляет. Да, э, в общем-то, это это просто капля в море. Капля в море. Да. какая там одна песчинка. Э, я думаю, что может быть действительно для для большой части россиян это это mm -hmm. эта проблема она какая-такая то такая абстрактная mm -hmm. и, 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 и далекая, и mm -hmm. и непосредственно к их жизни никакого отношения не имеющая. Я думаю, что даже те кто, э, те, кто имеет счета на Кипре, и даже крупные, э, да, эта проблема их касается, но даже для них она важна не так, как для остальной Европы. Угу. Потому что, несмотря на то, что это маленькая часть Еврозоны, это часть Еврозоны, угу. это часть Европы. И то, что такое происходит то, что такое происходит в Европе, в Европе, в, в одной да? из европейских, э, в одной, э, в, в одном из из, из европейских государств, угу. э, соответственно возникает совершенно закономерный вопрос, почему это не может случиться завтра в Греции, да, совершенно, почему верно. это не может случиться завтра в Испании или в Италии, угу. собственно именно поэтому об этом гудит вся Европа, потому что это событие знаковое, это, это когда это, э, э, вот этот э, Илья, по-моему, да, который... Первый или сейчас звонил? Сейчас. Сейчас Виктор звонил. Виктор, uh -huh. Виктор который звонил, допустим, если бы он потерял 10% своих денег, которые лежат у него в банке, uh -huh. я думаю, его бы эта проблема очень сильно интересовала. Конечно. конечно. Вот. С другой стороны, даже если, бы, даже если бы его сосед потерял 10%, потому что... А Виктор не потерял, да, но... Он знал, да, о том, что это возможно. Но, но он теперь видел, что раз это пошла волна, угу. то это может случиться и с его и банком. Ним, да. Ему это тоже было бы интересно. И у него, и у него сразу бы начали возникать такие вопросы: а где теперь вообще безопасно? Да. А что теперь делать? <с <tarde> <с <lockdown> то есть получается в нашем, ведь даже здесь, смотрите, как интересно: те, кто накапливал деньги, те, кто экономил, сберегал, угу. те наказаны. те, кто транжирил и тратил угу. и жил в кредит. Да. Они в шоколаде. Радуют, радуются, а, да. Они в шоколаде. То есть, <coughs> совершенно искаженная система э, мотивации людей на какое-то определенное поведение. Получается, трать и, и, и ни о чем не думай. И, и ни о чем не думай, mm -hmm. потому что, если ты не будешь тратить, то у тебя их отберут. И, соответственно, это самое. Те, э, э, те, для кого такая ситуация ненормальная, те, кто привык сберегать и думать о будущем, у них возникает вопрос, а что теперь делать? А mm -hmm. где теперь вообще безопасно деньги держать? И... Э, они теперь понимают, что это точно не не, не в банке. Это, это точно не в банке. Это точно, как минимум, не в банке э, слабых европейских стран, ну, угу. которые входят в еврозону. Угу. Соответственно, возникает вопрос, куда. Ну, э, логичные ответы это, ну, это золото, угу. это какие-то страны, тихие гавани, э, Сингапур, Швейцария, Скандинавия. Э, ну. Вот такой набор сейчас. Ну, кстати, смотри, если все-таки <к Gerilim> в результате вот последних событий Кипр вынужден да, лишиться статуса офшора, ну или будет менее привлекателен для финансовых каких-то операций, то ведь капитал все равно будет искать, да, место где. Капитал будет искать, он... Это самое... Э... Капитал всегда <ск> будет, будет искать две вещи. Безопасность и доход. А еще лучше комбинацию этих двух. <к <к совершенно верно. Кстати, <к <к Виктор опять нам перезвонил, извините. Закашлялся я. Виктор перезвонил, давайте его послушаем. Виктор, еще раз добрый вечер, вы в эфире говорите. Добрый вечер, конечно, спасибо за... Вот на, на тему... Я потерял 10%. Ну, я не беру что необходимо, что не забуду тебе, и даже при наличии. Виктор, я прошу да. про... прощения, очень плохая связь, может быть, вы так потише я говорите. Я как... спасибо за ответ. Я вспоминаю слова вчерашней гости Натальи Есминой, Анны. Uh -huh. Она сказала, что ну, там же, типа того, что добропорядочные российские бизнесмены хранят свои деньги а дальше от жлобной российской налоговой полиции. То есть, в ну, прослужении этих денег, то есть, ну, они могут прекрасно потерять 10%, 10 и, как говорится, ли кто-то от этого пострадать. Мировая история... Вопросы ну, мы бы совсем Через какого праздника, вот, допустим, экономика России может зависеть? Виктор, я прошу прощения, не, не, совсем непонятная, к сожалению, да, суть вашего вопроса, очень плохая связь. Но общую мысль я на самом-то деле. давай. Мне кажется, ухватил. Его вопрос, это самое, его вопрос первый о происхождении капиталов, но это вопрос, это самое, который лучше вообще не трогать. Ну да, это да. в любом случае у нас нет. Информация. Да, да. А, а, а вопрос его второй, э, насколько я понял, э, о том, что э, там на Кипре э, э, наши богачи прячут свои деньги от наших налогов. Да-да-да. Э, тут я готов поспорить. Э, Во-первых, не только наши богачи. А во-вторых, это не то, что они прячут деньги от налоговой. Просто есть, э, есть зоны, где налогообложение ниже, и есть зоны, где налогообложение выше. Угу. Естественно, капиталы перетекают туда, где налогообложение ниже. Угу. И то, что в нашей стране не создано, не, не создано такое законодательство, которое будет требовать, чтобы местный бизнес э, 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 владелся местными юридическими лицами, угу. ну, значит, соответственно... Э, то есть есть такая лазейка. Если просто, есть да? такая лазейка, Совершенно то почему ей не пользоваться? Если причем... это законно, какие проблемы? И причем, да, я как бы не хотел бы огульно, да, обо всем говорить, но мне кажется, в принципе, вот будучи бизнесменом, да, Виктор бизнесмен или кто-то другой, рано или поздно он будет сказать, он, он к этому выводу придет, да, он скажет, а где мне выгоднее, где я больше смогу, ну, бизнесмен, он на то и бизнесмен, он, при... его задача заработать деньги. что такое говорит... бизнес? Максимизация прибыли, Совершенно... минимизация расходов. Совершенно верно. И, если если вот эту... законным путем. Если, э, если у вас есть такая возможность. Да, закон вам позволяет. Если вам закон здесь? позволяет, почему нет? То есть да. я здесь не вижу никаких проблем. Согласен, согласен, согласен. Так, значит, смотри, еще есть вопросы у нас. Ну, один из них я прочту. Николай пишет вопрос. В ответе говорит он. Ну, значит, можно на него, наверное, не отвечать. На Кипре есть банк европейский, где день, деньги держат финансовые структуры Кипра? Вопрос. На Кипре есть банк европейский, где держит деньги финансовые структуры Кипра? То есть я так понимаю, что Николай подразумевает, что они держат свои деньги в Европе. Но... Так ли это? Я думаю, что да, а почему нет? Угу. Конечно. Но, но тем не менее, если кипрское правительство скажет им отсечь 10% депозитов и, и, и отдать их на погашение угу. долгов, то, угу. то они это сделают. Какие проблемы? Ну да, ну да. Согласен. И тогда <кх> времени не так много, к сожалению, Игорь. Смотри, осталось нам обсудить вот э, вторую часть, заявленную в теме сегодняшней. Э, нужно ли нам, нужно ли России поддерживать Кипр в данной ситуации, нужно ли оказывать помощь финансовую, ну, если даже, если, э, если представить, да, что такая возможность есть каким-то образом. В долг мы не можем, ты уже говорил, да? В долг мы дать не можем, потому что это будет нарушение э, uh -huh. коэффициента долга к ВВП, э, uh -huh. условия, которые... Э, выставил международный валютный фонд. Ну uh, давай так, мы предположим, что наверняка как-то структурировать юридически, да, эту помощь uh, ну придумают. А нужно ли ее давать эту помощь? Uh, ну это это может быть опять бизнес решением. Если можно найти какое-то выгодное решение, uh, от которого Россия uh, на котором Россия uh, 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 смогут uh, это самое сможет хорошо заработать, почему нет? Если будут какие-то интересные варианты там с тем же газом? То, но ну, опять же, сначала нужно почитать, сколько там того реально газа есть. Mm -hmm. вот. Я думаю, что за пару дней это сделать не получится. Ну и не случайно, до 26-го теперь есть время. То да. есть, другими словами, да, <coughs> в принципе, у России может появиться интерес, но этот интерес бизнес. Ну а почему нет? Конечно. Это, это я считаю, деловой интерес. Mm -hmm. тут, ведь, тут ведь как в условиях кризиса каждый сам за себя. Конечно. Вот. Конечно. И помогать надо, если это тебе выгодно. Mm -hmm. Никакие другие туда, как бы, отношения не не просматриваются. А, а почему? Э, погоди. Э, э, безвозмездная помощь — это, грубо говоря, означает помощь за счет российского налогоплательщика. Совершенно верно. Я, я не хочу платить. Угу. Ты хочешь? Нет. Ну так вот тебе и ответ. Угу. Почему ты должен платить за чужие ошибки? Причем, если за эти ошибки не, не хочет платить он сам, да, сам, за, сам он, он сам и, и за эти и, и за эти ошибки не хочет платить сам Евросоюз. Да. Почему мы должны платить? В принципе, да, что логично. Да? Сначала ты разбирайся сам, потом ты своего брата старшего привези, потому что он тебя принимал туда и говорил, ребята, мы вместе. Да. А теперь он тебя бросает на произвол судьбы, и давайте в России. А теперь когда проблема? Поищ... Да. Поищем, да, поищем спасение. У нас совсем мало времени, но почему-то начались звонки, видим, время такое. Константин, добрый вечер, вы в эфире говорите. Да, добрый вечер. Добрый. Ну вот только что вы сказали про то, что налогоплательщики не захотят платить Кипру, угу. ну, имеется в виду, мы против чтобы uh -huh. оказывали помощь. Но, по-моему, в любом случае нас не спросят. Если же там сейчас часть государственных средств лежит, uh -huh. то за них, наверное, будут бороться, если она довольно большая часть. Uh -huh. Вот. И если за нее не будут бороться, опять же мы понесем убытки, я думаю, с нас заберут недостающую часть налогоплательщик. ну да поставят перед фактом что называется да кость да спасибо спасибо за вопрос согласен ты с Константином действительно ведь ну что такое меня же никто не спросит ты хочешь ты меня спросил я спасибо Игорь нет не хочу все мы с тобой договорились а потом по факту скажи ребята мы мы помогли Кипру мы молодцы такие а за счет чего а за счет ваших денег получилось возможно такая история конечно спрашивать нас не будут но по крайней мере высказывать свое отношение к этому мы обязаны мы можем мы обе... не то что мы можем мы а обязаны обязаны хорошо как вот я там в социальных сетях да несколько дней подряд там, ну уже так уже несколько напрягает меняет ну почитываю всякие разные вот так я должен ну можно. и так тоже как и -то. в том числе вот общаясь здесь я озвучиваю нашу позицию я... а как а какие еще у тебя варианты есть к сожалению, их не так много. Да. Спасибо огромное, Игорь. Мы, к сожалению, будем заканчивать. Итак, в студии был Игорь Доброван, управляющий директор Сакса банка Мы сегодня обсуждали тепу, тему, пока еще насущную, да, Кипр в фокусе, островной государственный на, даль... на грани дефолта. Я так понимаю, друзья мои, что эта тема не последнего нашего эфира. До 26-го продлены банковские каникулы, поживем-увидим. Вам спасибо за внимание, успехов в бизнесе, до свидания.